Когда они вырастут, они будут большие и большие. О, он 13 сантиметров, он вырос в 2 раза. Лучше мы сходим на людей и посмотрим. На людей посмотрим. Будет танцевальный батл. Всем привет! Меня на канале Лиза Зафюст. Мне сегодня я зам таких динозавров. Эти динозавры растут в воде. И написано, что они увеличиваются в 6 раз. Вот такой вот маленький динозавр, как мой палец, будет длиннее в 6 раз. Ого, это какую надо посуду иметь для того, чтобы вырастить такого огромного динозавра. Целое ведро. А у нас их сколько? У нас их очень много, у нас их 6 штук. Вот такой зеленый раптор. Там, по-моему... Вот такой водоплавающий. Розовый с рогом. О, вот такой как он называется, не знаю. И вот такой желтый. А что еще у нас есть, Лизунь? А еще такие яички. А из вот такого яйца и пирамидки кто-то должен вылупиться. Мы не знаем, кто. А может, щеночек? Может быть. Вот давай его бросим в воду и будем ждать. Да, и пирамидку. И всех наших друзей-динозавров тоже нужно туда поместить. Да, открываем пакетики? Да. Давай. Вот тут есть, смотри. Я здесь. Ты желтого, да? Да. А че такого? А я розового. А я желтого. Вот такой крошка-динозавр сейчас. Посмотрим, какой он вырастет. Гигантский. Да, и этого. Плюх. И это, и да. Зеленого. А я синего открою. Мне кажется, что он как раз водоплавающее существо. Они как будто резиновые такие, да, Лизун? Да. Ну, последнего розового. У нас 6 динозавров. Они будут расти. А потом мы через несколько, не знаю, дней или недель посмотрим. Мам, и этого. И вот. Он хочет воду. И этот хочет воду. О! Они стали такие скользкие. Динозавры стали скользкими, Лиза. Набирают воду наверх. Будут пить много-много дней. Динозавры стали скользкие, да. Ну что, будем ждать? Будем растить динозавров? Да. Поболтаем их. Ребята, не переключайтесь. Мы покажем вам, какие вещи тут. Динозавры. Я еще забил одного. Ой, и он стоит скользким таким. Пекину можно за хвост держать. Пим, они ныряют, да? Да. Купаются в воде. Такой а потом они вырастут огромные. Да. Ой, такой скользкий он. Не отётся. Мне отец вылупится. Сами? Да. Будем ждать. Водичка сделает свое дело, и они вылупятся. Кто-то вылупится из пирамиды желтой, а кто-то из сиреневого яйца. Вот мы и посмотрим. Покупаются пока в воде. Покупаются. Что, я пойду вешу шуючки. Пойду. Так, сейчас мы с Лизой померяем динозавра. Сколько он сантиметров в длину? Я не вижу просто, сколько динозавров. 6 сантиметров примерно. Вот, циферка 6. А этот? Ну-ка, давай. А этот 5 сантиметров. Давай какого-нибудь длинного, синего. Синего длинного. Вот. Хвостик ставь. Краешку хвостик. Самому краешку. Вот. Держи. И там. Давай, убери ручку, я чтобы увидела. О, 7 сантиметров. Самый длинный синий. А зеленый. Ну-ка, зеленого измерим давай. Так. О, он тоже длинный. 7 сантиметров. Самый маленький динозавр у нас 5 сантиметров, а самый длинный 7 сантиметров. А этот сколько?
О, у этого еще хвостик там загибается, он тоже 7. Так вот, получается, что мы в следующий раз... Подожди. Мы в следующий раз измерим, сколько они сантиметров выросли в длину. Я водосушный. Что? Водосушный? И я водосушный. Может, водоплавающий? И я водосушный. И я водосушный. Водосушный. И я водосушный. Я водосушный. Я водосушный. А этот не динозавр, это как, это должен превратиться в красивого лебедя. В красивого лебедя должен превратиться? Да. Он что-то не превращается, да? Да, что-то не превращается. А откуда он у нас вообще взялся? Я не знаю. Да не знаешь? Он же из пирамиды у нас вылупился, помнишь? Угу. У нас была такая пирамида. Вот такая была маленькая пирамидка, давай сюда этого товарища. У него оторвалась голова, но держится на руках. Вот такое чудо у нас вылупилось из пирамиды. Надо отчиха. Мам, положи меня на отчих. Хвост. Я тебя положу. И мне надо отчиха. Положи меня за себя. Какой-то гомункул вылупился, Лиза. Да, я не помню, из какого это мультика. Это не из какого мультика такое чудище. Это просто мумия какая-то из пирамиды. А яичко, кто вылупился? Давай найдем. Да, кто это динозавр. Вот этот малыш? Да. Ой, смотри. Он никак не поместится сюда. Видишь, какое у него было маленькое яичко? И теперь у него влезает только нога, посмотри. Да. Прикол? Да. Прикол. А где? А вторая часть капсулы даже вообще растворилась. Вот такой вот он размер. Точно в 6 раз вырос, я считаю. Да. О, Малиса, езжай ко мне на спину. Где твоя мама? Такой же, как я, ёжевая мама. Такой же, как я. А Лёфья, у тебя нету мамы? Есть, когда ты пьёшь, и... Такая же ёжевая, как я. Такая же ёжевая. А теперь мы и остались навсегда. Послезли. Мы вместе найдем твою маму слегка. Она снутся с батажутой динозавр-зифой, а потом она ушла как-то. А я осталась с динозавром жутым. Поехали. О, я вам привез ребенка. Душ. О, это коляка-моляка. Лиза, смотри, это чистая водичка. Туда можно совать малыша. Да, можно. А смотри, у нас остались пасхальные красители, есть синий цвет. Давай сделаем им морешко. Да. Классная идея? Да. Давай. Посыпем для этого немного синего красителя. Так. О, размешивай хвостом динозавра. Будет синеть. Самый длинный хвост выбери. Вот, уже голубая водичка. Достаточно или еще немножко? Только не брызгай везде, вокруг. Вот, ну как? Хороший цвет? Да. А ты не хочешь всех динозавров померить? Помнишь, они были у нас 6-7 сантиметров длиной. Некоторые даже 5. А этого давай первого померим? Давай. Сколько он сантиметров? Хорошо. Ну, так и сколько? Вот и сюда надо смотреть. О, он 13 сантиметров. Он вырос в 2 раза. Длина у него в 2 раза увеличилась.
Давай самого длинного еще какого-нибудь, длиннющего. Да, эту. Давай-ка померяем. Ой, он такой длиннющий, еще растягивается. Так. Ого, он почти 18 сантиметров. А давай этого. Давай. Так, ну-ка, ну-ка, это раптор. Какой он вырос большущий, он был совсем маленький. Так. Ну-ка, ну-ка, давай до конца хвостик разворачивай. 16 сантиметров, вот это гигант. 16 сантиметров, я хочу гигант. Они такие мягкие, такие прикольные. Но не очень яркие стали, были ярче. Вот такие они, бил-бил-бил. Как тесто упругие. Драка динозавров. По-моему, этот по морде ему настучал. Я пошел. А давай еще какого-нибудь посмотрим. Да. Синего. Давай синий, да. Сколько у нас? Сделали мы море тоже. Так, ну-ка. А синий-то не очень длинный. Ну-ка давай хвостик его. Или это голова? Это голова. Голова такая? На тонкой шее. Ну-ка покажи, убери ручку, а то я не вижу. Почти 17 сантиметров в длину. Да! Кто знает, где у него голова? Вот эта голова? Или вот это? Да. А тут вроде как глаза, но и тоже непонятно. Дайте вот здесь этим, а я этим, дай. Давай. Опять этим? Я не хочу быть этим. Давай я этим буду мощным. Дуф-дуф. Опять ты мне поможешь? Ну, я так не играю. Я такой медленный, такой степенный носорог. У меня такие большие рога. Давайте будем с большим этим. Они очень приятные. Давайте будем с этим. Тебе как кажется, Лиза? Давай я буду этим, а ты этим. Сейчас. Подожди, я пожамкаю динозавра. Они даже немного растягиваются, можно их тянуть. Лиза, смотри. Дайте вот здесь этим, а я этим, дай. Давай. Какие динозавры. Дайте вот здесь этим, а я этим. Ну давай. У меня длинная серия, я тебя победю. Смотри, какие у меня зубы. Это я тебя съем. Ха-ха-ха-ха. У меня длинная серия. А еще у меня красивый хвост. Да, подбираем. Давай будем драться. Ни за что. Я такое мирное животное. Посмотри на меня. Я очень желтый и солнечный. Я не люблю драться и не умею. А я люблю драться. А я люблю драки. А ну-ка не дерись. Мирись, мирись. И больше... Не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться. А кусаться ни при чем, буду драться кирпичом. А кирпич сломается, дружба зазевается. Начинается. Давайте будем с этим, а я этим. Тогда ты будешь зеленым. Смотри, малыш динозавр ищет маму. Мама, мама, где моя мама? Мама. Где же моя мама? Мама, мама. Плачет. Какой-то звук. Мама, мама. Ты моя мама? Я слышала, как ты. Да. А мне кажется, это папа. А я твой папа. Садись, я тебя подвезу. Не, на меня садись. На тебя? Я маме хочу, к маме. Поехали, да? Да. Поехали в зоопарк. Зоопарк, ура! Там кого будут показывать? Людей, что ли, в этом зоопарке будут показывать?
динозавров. Динозавров? А зачем нам смотреть на самих себя? Лучше мы сходим на людей и посмотрим. На людей посмотрим, ха-ха-ха. Да. Да, сходим на людей посмотрим. О, хорошая идея. И на гомункулов. Ай, все течет. Ладно, умеешь танцевать? А ну-ка иди сюда, будет танцевальный батл. По-моему, Лиза, по-моему, я победил всех динозавров в танце. А вы как считаете? Пишите мне в комментариях. Шлеп, я ухожу под воду. И я ухожу под воду. Ой, зеленка. Да, зеленый кому хочешь, по мордасам надает. Смотри. Давай, будешь этим, а я буду этим. Давай будем драться. А, я теперь победю тебя. По-моему, ты уже должен быть в воде. Я тебя победил давно. Не, я тебя, по-моему, победил. А, по-моему, я тебя победил. Смотри, как у меня голова умеет. А я умею. Поверженный на земле лежит, да? Эй, динозавр, динозавр! Нет, я не встану больше с тобой драться, не хочу. Я не буду больше драться. Знаю я таких задир и забияк. Я больше не хочу драться. Не обманывай меня. Я глаза плауси. Да ладно. Я плавала в воде. Я вода плавающий. А я вода сушный. Вода сушный. И я вода сушный. Сухопутный, скажи. Я сухопутный. Молодец. А я ящерка варанчик. Пиу-пиу. Это моя мама. Да, я мама, и что? И ты варанчик у меня. Ну подумаешь, папа был динозавром. С кем не бывает? Я буду динозавр. Я папа динозавр. Это динозавр. Садись на меня, поехали людей смотреть. В зоопарк, да? Да. Людской зоопарк. Поехали в зоопарк людей смотреть. Поползли. Самая быстрая ящерица в мире. Все. Да. Смотри, Лиза, маленькая дочь, смотри. Иди, мама, маленькая дочь здесь сидит за плечкой. За кем? За плечкой. За плечкой? Кто такая плечка? Не, плечка. Плечка? За плечкой. За плечом? Нет. Не. Не за плечкой. За плечкой. Лиза, смотри, розовый динозавр. Опускаем его в голубую жидкость, и он становится какого цвета? Смотри, меняет цвет, как хамелеончик. Какого цвета он становится? Этого. Голубого. Этого отпустим? Ну давай, попробуй. Какого он цвета? А, он тоже такого же синего остался. Ха-ха-ха. Какого еще отпустим? Этого. Этого, давай. Ну этот розовый тоже будет синий. Ничего удивительного. Давай желтого или зеленого опустим? Давай желтого. Давай желтого. Желтый какого цвета станет? О, желтый становится зеленым. Вот это чудеса. Посмотри. Прикольно, да? Да. Вот так вот. Ну-ка, давай, вытаскиваем лишних. А давай этого. Давай, оранжевый. Какого цвета становится? Какого-то темного, непонятного, да, цвета? Голубой как будто бы. А еще зеленого. Зеленого. Давай черного. Давай, опускай. Тоже черный. Я вот зеленого хочу опустить. Да. Или, подожди, зеленого не опускали, да? Может, он станет желтым? Так, кыш, динозавры. Но зеленый стал такой светло-зеленый. Ой, какой-то насыщенный зеленый. Да? Да. Да, вот такие вот. Да, ну что, давай прощаться?
Вот такие у нас выросли огромные динозавры из маленьких-маленьких динозавриков. Да. Всем пока. Всем пока. Оставайтесь с нами на канале Изофёст. И ставьте лайки, пальчики вверх. Пальчики вверх. Пишите в комментариях, какой динозавр вам понравился больше всего. Какого цвета динозавр вам понравился больше всего? Розово. Тебе розовый понравился? Да. А ты просто любишь розовый цвет. А мне понравился вот этот. Он такой крутой, огромный. А мне вот этот понравился. Какой понравился вам, ребята? А пишите, да? Этот. Пишите в комментариях. Да. Всем пока. Всем пока.